Мур. Привет, друзья, с вами Зверько, а это зеленый гайд на Кимми. Кимми! Кимми – это АДК, который будет требователен к вашему скиллу. Выехать на тапании одной кнопки теперь не выйдет. Или выйдет. Давайте посмотрим. Что сразу бросается в глаза? Так это второй джойстик под правую руку. Он несколько меньше левого, по крайней мере на моем устройстве, и обладает чередой багов. Обычно, когда палец при стрельбе съезжает на ульту, Кимми может перестать стрелять вообще или делает вид, что заряжает ульту. Но думаю, это скоро должны поправить. Навыки. Пассивка. Инстинкт химика. Кимми может перемещаться куда угодно, не прекращая стрелять. Вот только целиться придется вам самим. Вдобавок, вы не можете увеличить скорострельность. Вместо нее будет увеличиваться скорость перемещения. Что в принципе позволяет при фулл сборке отказаться от ботинок без особой потери скорости. Еще одна особенность Кимми. Урон от навыков высчитывается с учетом как и физической атаки, и магической. То есть, если вдруг захотите ее собрать в мага, то пожалуйста. Хотя мне такой билд не очень понравился. Первый навык – трансформация энергии. По сути, Кимми трансформирует свой пузырькомет в пулемет, который стреляет медленнее, дальше наносит магический урон и потребляет энергию. Снаряды пулемета взрываются при попадании или при максимальном расстоянии. Энергия Кимми восстанавливается сама по себе. Быстрее это делает, если вы попадаете по противнику пузырькометом, вы используете второй навык, вы попадаете по вражескому герою ультой. Используем этот навык для стрельбы по удаленной цели, а если собираемся в мага, то это наш основной навык. Второй навык – химическая очистка. Кимми делает отскок назад, оставляя после себя химическую лужу. Лужа наносит немного урона противнику и замедляет его на 60%. Попой вперед можно пересекать тонкие препятствия. Вообще, навык используется как у Клинта. При отступлении, при подскоке, для пересечения преград, ну и как перезаряжалка энергии. Ульта. Максимальный заряд. Кимми трансформирует пузырькомет в танковый ствол, заряжает снаряд и выстреливает его весьма далеко. При попадании или при достижении максимальной дистанции от силы заряда снаряд взрывается. Грубо говоря, это мощный одиночный заряд от первого навыка. В физическом билде урон наносит немного, но благо перезаряжается быстро. С помощью этого навыка мы можем ослабить врага перед атакой или добить убегающего противника. В магическом билде наносит более существенный урон. В тему о билдах. Кимми хоть и изменили, но оставили некоторую гибкость в билдах. Я покажу вам два своих, а вы уже переделайте, как нравится вам самим. На физика берем эмблемы стрелка со вторым перком, который даст нам ускорение в начале автоатаки. На мага берем эмблемы мага соответственно, со вторым перком, это увеличит урон. Дополнительная способность на ваш вкус, я предпочел щит, хороший запас прочности не повредит. Сборка на физическую атаку. Кимми достаточно быстро валит лес с этой сборкой, можете купить нож на старте или накопить золото сразу на предмет второго уровня, чтобы сократить время штрафа. Для новичков. Покупая предмет для фарма леса, вы меньше получаете опыта скрипов на линии в течение 4 минут. Сразу собираем клинок отчаяния. Наши атаки слабы, но многочисленны. Поскольку мы не можем увеличить свой урон в минуту за счет скорострельности, клинок подойдет в самый раз. Сапоги спешки дадут перманентную скорость. Когти Хаоса. Отхил поможет стоять на линии и позволит лучше реализовывать себя в бою. Ярость Берсерка и Багровый Призрак. К силе выстрела прибавятся криты. Крылья Королевы Апокалипсиса дадут запас прочности для перестрелок с другими АДК, поскольку мы можем промахиваться, а они нет. Теперь можно продать сапоги и купить что-нибудь на свой вкус, еще больше увеличив огневую мощь. Это билд рассчитан на автоатаку, она будет выдавать основной урон. Первый навык – что-то вроде огневой подготовки, а ульта – добивалка. Второй билд рассчитан на навыки. Сапоги заклинателя, стартовое пробитие для магического урона, райское перо на Кимми даст ощутимый прирост в атаке, но не такой, как при физбилде, конечно. Жезл снежной королевы не позволит противнику пешком от вас убегать. Пылающий жезл серьезно бустанет ваш урон. Священный кристалл больше магической силы. Кираса грубой силы, выживаемость нам пригодится, а новой кирасе скоро видео.
Этот билд потребует еще большей ловкости пальцев и меткости. Но зона атаки возрастет за счет увеличения урона от первого навыка и ульты. Тактика. Благодаря тому, что игре на Кимми нужна привычка, я прошу вас, не берите ее в ранг сразу. Хотя бы 30 боев сыграйте на ней в классическом режиме, чтобы привыкнуть к такому прицеливанию. Кроме этого, прицеливаться можно не только правым джойстиком, но и перемещением персонажа. Противник побежал вверх, и вы бегите вверх. Враг вправо, и вы вправо. Все время параллельно движению противника. У снарядов есть скорость и время полета. Как это отражается? Когда вы стреляете перед собой и бежите вперед, вы немного догоняете свои снаряды, и визуально кажется, что выстрелы летят не так далеко, как хотелось бы. А что вы ожидали? Это же пузырькомет. Дело в том, что берется точка на момент выстрела, и снаряд летит по определенное расстояние. Поэтому, наступая, мы стреляем ближе к себе. Зато отступая, противник как бы напарывается на атаку, которая увеличивается в дальности. Как это использовать? Автоатакерам приходится следовать за вами, а атаковать они могут только стоя на месте. Поэтому надо все время держать дистанцию в погоне, чтобы противник бегал, вместо того, чтобы бил или стрелял. В массовый файт сначала заряжаем первый навык, потом стреляем с руки. Убегающих добиваем метким выстрелом ульты. Впрочем, ульту вообще можно не жалеть. КД быстрая, отдаляет камеру, можно проверять кусты ей и первым навыком. С магической сборкой Кимми опасна в масс-файте, нанося уйму урона за короткое время. С физической Кимми быстро забирает лес и соло-лорда, быстро сносит башни, но проблема для нее – подвижные противники вроде убийц. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, делитесь видео и ставьте лапки. По ним я отслеживаю, какой формат вам больше нравится. Всем пока!